Шамиль, поздравляем вас с победой в домашнем турнире. Как оцените весь турнир и, в частности, вот последний этот финальный матч? Очень хороший турнир, хорошая подготовка к сезону. Все команды очень достойно сыграли. И последний матч тому доказал, что как, мы начинаем вести, команда отыгрывается. То есть никто не сдается, все играют до последнего. Напряжение было до последней секунды. Матч с Кременчугом стал самым тяжелым? Или, несмотря на то, что вот, эта команда заняла по итогу третье место, а вторым стал Кривбас, как вы оцените этих двух соперников? Да, и каждая команда хороша была. То есть выходили на победу. То есть и Кременчуг не стал исключением. Не было такого настроиться на одну команду так, на другую. Только на победу старались выполнить установку тренера. И результат налицо. Вас отметили как лучшего игрока матча. Для вас лично это ценно? Как сказать ценно? Приятно, конечно, но все же мы играем на команду. У нас командная игра. Поэтому и приятно, и хорошо, что выиграли. Это самое главное. Какая атмосфера вот только что во время собрания была в раздевалке? После игры? Какая может быть атмосфера? Выиграли, хорошее настроение. И теперь надо готовиться к чемпионату. Все самое тяжелое впереди. Спасибо.